Наш город становится все более благоустроенным. Проведена реконструкция городской набережной и Северного парка. В этом году приступили к благоустройству береговой зоны озера. Здесь появится экотропа «Утиные плавни». Дизайн-проект «Экотропы» на озере Толока стал одним из победителей всероссийского конкурса по нацпроекту «Жилье и городская среда». На благоустройство утиных плавней из федерального бюджета выделено свыше 100 миллионов рублей. Проект включает реконструкцию набережной рядом с Северным парком со стороны улицы Запорожской. На «Экотропе» оборудуют освещение, пирсы и смотровые площадки, сделают места для отдыха. Идет, значит, стройка полным ходом, уже практически завершили все скрытые работы, проложили все коммуникации. Сейчас 80% готовность, все наши помосты, все пирсы, мостики. И приступили уже, наверное, к основной работе. Это бетонная подготовка, укладка плитки. Я считаю, что вот хорошая территория, она облагораживается, прекрасные виды. Рядом строится новый детский сад. Вот детский сад, который мы построили несколько лет назад. Предусмотрели мостики, чтобы жители ближайших территорий могли по кратчайшему пути сюда подходить, отдыхать. Поэтому надеюсь, что все будет красиво и замечательно для комфортного отдыха. Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» – повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Именно по предложениям славинцев, которые принимали участие в обсуждении концепции благоустройства береговой линии, проект был сделан максимально экологичным. Он вписан в окружающую среду. По завершении строительства это будет островок природы в городской черте, комфортный для отдыха.